Прикинь, я такие дозиметры постоянно продаю. И никогда не обращал внимания, что на упаковках тут написано. Ну, написано Белла. Белла, дозиметр, все. Взял в руки, продал, вышел в деньги быстро, все, и забыл. Тот, кому он нужен, там меряет радиацию, все свои вот эти штуки, приколы, сходит там с ума. Ну, короче. А тут что-то я обратил внимание на этот, на надписи. Что тут написано, что тут написано, короче. Ну, тут Белла. Бытовой дозиметр. Да иди нахер, муха, блядь. Ты шо, блядь, ночные мухи тут летают. Так, короче, смотри. Время непрерывной работы 200 часов. Прикинь. 200 часов. Это вообще, блин, не уважуха. В сабдепе, блин, хлам такой шлепали. Белла 200 часов всего лишь работает. Чтоб ты знал. А то если тебе продадут без упаковки, сколько он будет работать, хер его знает. А он рассчитан всего лишь на 200 часов и на вот такие вот диапазоны. Но это вообще тайна, покрытая мраком, что вот это значит. А масса 250 граммчиков. Так что я тебе скажу, когда ты покупаешь такие вещи, задавай вопросы. Срок годности эксплуатации прибора.